мой друг. Здравствуйте, дорогие друзья, единомышленники. Продолжаем и заканчиваем за 69-й год журнал «Радио», номер 11. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Маяковский. Рабочий инженер, ученый Ленинграда готовит достойную встречу ленинскому юбилею, 100 лет ему тогда, в 69-м году. Тут недавно было 150, практически никто не вспомнил. Ну да ладно, так. Ленинградский электротехнический институт имени Ульянова Ленина. Город Великого Ленина. Так, воспитание советских патриотов. Позывные октября. Легендарный крейсер «Аврора». Слева радиостанция крейсера. Радист, Ленинград, город герой. Еще какой герой? Так, электроника VL100. Это мы с вами где-то телевизор этот не так давно смотрели, так. Вес 2,8 кг. Ленинская трудовая. Телевизор «Ладога». О, какой. Так, а этот телевизор был «Квант». Что-то знакомое. На ножках что-то было. Даже до 80-х годов тоже вот так. Термоэлектрическое охлаждение, микросхема, новый способ передачи информации. Радиолокация, радиолокатор как работает. Мы сами уже где-то это смотрели. В общем, в общих чертах это вот так. А мы систему ПВО смотрели. Так, «Радуга-6», телевизор. Кстати, вот его. Технические данные. Цветного кинескопа. А, «Радуга», это вот цветной. Так, «Выборгская сторона». Типовая неисправность телевизоров и методы их устранения. Но сейчас это никто такое устранять не будет. Хотя кое-что на лампах дожило даже до наших дней. Я его чисто как экспонат. Разные варианты неисправности. Заколблок 8-миллиметрового кинопроектора. Это опять мысль соединить любительскую кинозапись с аудио магнитофоном. Так, простые вольтметры. Давайте хоть посмотрим. Это что, какой-то скудный журнал.
ограничителей максимальных амплитуд, я думаю, нас не заинтересует. Радиостанция. Сигнал-генератор. О, магнитофон с программным управлением. Что делает? Какие релюшечки, какие лампочки, какие радиолампы. Да, сыс фантастиш. Хочу обратить внимание, что это 69-й год. Так что делает? На лампах еще. Устройство программного управления обеспечивает автоматический поиск и воспроизведение нужных мест фонограммы. С его помощью возможна автоматическая перезапись по заданной программе на другой магнитофон, автоматическое повторение. Ну, тут немножко попадает. Чуток. Никто эту штуку строить сейчас не будет, ну так. Для 69-го года, я думаю, это потрясно. Кстати, для построения всяких ламп у усилков вот это можно прикинуть, почитать. Где-то мы это уже видели, предыдущих. Что-то подобное. Ну, это, конечно, сейчас вот посмотришь на все эти релеи, видите, это кошмар какой-то. Назовут мега-специалистом. Это у меня Ардуно. Так, импульс на радиоконструктор. Акустические агрегаты для стереофонической системы. Варисторы. Так, в общих чертах. Интересное, вот как-то оно вроде все так ошибка быстро закончилась. Какой-то странный журнал. Так, модульный радиоконструктор. А, о, знакомая штука. Кстати, где-то я видал подобные на Авито. Ты можешь связать разные схемы. Детские, вот, да. Кстати, вот приемник на базе этой штуки. Что, не очень удобно у них вешать на вкладке. Так, это вот, да, вот он про него. Радиотехническая игрушка. Так что зря я принесну, я просто не понял, о чем это. Ну, для 69-го года я скажу, потрясная штука, Кенция. Жаль, все это выпускалось в ограниченном количестве. Вот, ради которой, на наш взгляд, завышен 30 рублей. Ну да, согласен, не то что дорого, а дороговато. Ой, не дороговато, а дорого.
радиоконструктор. В общем, вот такие пироги были технические. Значит, за 69-й год мы посмотрели, там я не помню, то ли 64-й, 65-й, 62-й, что-то в этом духе. В ближайшее время посмотрим. До новых встреч, продолжение следует.